Если вы любите ароматные хрустящие шарики фалафеля, этот салат для вас. Румяный фалафель, жареные баклажаны, свежие помидоры и пряная заправка – почти классическое сочетание. Очень люблю фалафель, но не могу себе позволить увлекаться питой. Поэтому готовлю себе такой салат и наслаждаюсь любимым вкусом. Замочите нут в холодной воде на 10 часов. Если еще жарко, лучше это сделать в холодильнике. Разбухший нут промойте, дайте стечь и выложите в чашу блендера. Пробейте в пульсовом режиме в крошку вместе с луком, чесноком и зеленью. Добавьте свежерастолченные пряности, соль и тахину и еще раз пробейте до очень мелкой крошки. Добавьте муку и разрыхлите или перемешайте фарш лопаткой. Влажными руками сформируйте мелкие круглые шарики, как фрикадельки. Хорошо разогрейте масло для фритюра и обжарьте фалафель до румяной корочки с обеих сторон. Выложите на салфетки для удаления излишков масла и полностью остудите. Баклажан для салата лучше взять тонкий и длинный. Нарежьте его не толстыми кружочками и обжарьте на масле с двух сторон. Нарежьте фалафель четвертинками. Приготовьте соус, смешав йогурт с тахиной, лимонным соком и цедрой. Поперчите и посолите по вкусу, добавьте пропущенный через пресс зубок чеснока. Хорошо перемешайте. На тарелку выложите промытый и хорошо просушенный салат. На него разложите тонко нарезанный красный лук. Сверху разложите обжаренные баклажаны. Поперчите черным перцем по вкусу. Полейте немного соусом баклажаны и разложите фалафель. Сверху выложите ломтики помидоров и еще соус. Затем зеленый лук, кинзу и острый перчик. Полейте оставшимся соусом и дайте настояться и пропитаться минут 15. Подавайте к столу слегка охлажденным.